Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня выпекаем быстрый пирог на кефире с крыжовником. Для пирога нам нужны будут следующие продукты. 2 яйца, 120 граммов сахара, щепотка соли, 150 граммов манки, 150 миллилитров кефира, я брала жирностью 1%, 100 граммов муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 80 мл растительного масла, 1 чайная ложка ванильного сахара и 200 граммов крыжовника. Вы можете добавить любые ягоды или фрукты. Первым делом мы манку заливаем кефиром. Все продукты должны быть комнатной температуры. Перемешиваем ложкой и оставляем на 10 минут. За это время манка разбухнет. И мы будем продолжать готовить пирог. Скажу вам, что пирог этот очень вкусный. Готовится без миксера, без блендера, ручным способом. Продолжаем замешивать тесто. Разрыхлитель добавляем в муку. Перемешиваем, чтобы равномерно он распределился в муке. Так. Теперь к манке добавляем 2 яйца. Сахар. Щепоточку соли и чайную ложку ванильного сахара. И все хорошо перемешиваем до однородности. Перемешали. Теперь добавляем растительное масло, у меня рафинированное. И в конце добавляем муку с разрыхлителем. И также все перемешиваем. Как вы видите, готовится он считанные минуты. Мне очень нравится этот пирог. Рекомендую. Приготовьте, не пожалеете. Хорошенько размешали. Духовочка у меня уже разогрета. В конце добавляю крыжовник. 200 граммов и перемешиваю. Теперь берем форму, в которой будем выпекать. У меня форма в диаметре 20 сантиметров, силиконовая. Я смазываю ее мягким сливочным маслом. Готовое тесто выливаем в форму и ставим в разогретую духовку на 170 градусов на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Пирог выпекался в духовке 50 минут. Сверху посыпаем его сахарной пудрой. Даем немножко остыть и дегустируем. Всем приятного чаепития и удачной выпечки. Радуйте свою семью домашними вкусными пирогами. А теперь отрезаем кусочек пирога и наслаждаемся вкусом. Обязательно покажу вам разрез. Смотрите, какой пышный, нежный. Пирог просто объедение. А самое главное, что этот пирог можно приготовить с любыми ягодами и фруктами, и пирог заиграет новым вкусом. Дегустатор на месте. Приятного аппетита. Спасибо. Буду пробовать, что ты здесь приготовила. Очень красиво. Мягкий пирог. А как ты думаешь, что там внутри? Крыжовник. Не, ну крыжовник понятно. Тесто какое. Хорошо, я задам другой вопрос. Манка чувствуется? Угу. Вообще не чувствуется. Компотик у меня с малины и крыжовника. Вкусный пирог, нежный. Замечательно. Я смотрю, что если там не только крыжовник, а есть и вишня, и абрикос. Да, с любыми ягодами, да, фруктами. Ягоды, фрукты. То замечательный пирог будет. Быстрый, вкусный, нежный. Готовьте. С вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч. Пока-пока.